Итак, Настя решила поснимать влог. Ну как так-то, ребят? Ну как так-то? Доброе утро. У-ху! Лайфхак от Анастасишки. В общем, многие из вас знают, что есть такие специальные резинки, с которыми можно делать всякие упражнения, там приседают в основном девки там в Инстаграм или что-то. Я вчера, случайно, вообще случайно, просто сняла штаны вот до сюда. И давай приседать. А у меня здесь такая тугая резиночка. И знаете, вообще нормально завелась. Так что у кого вот такие же лосины с такой резинкой, то еще лайфхак нормальный. Хоп, берешь. Хоп, пошла, поехала. Это называется бомж лайфхак. И все. А также можно делать. Только что не порвите. Нам с утра сказали то, что мы, короче, попали в программу «Россия». Передача называется «Утро». Вот. И сюжет про нас, где нас ставили, типа, приколы в интернете, всякие, типа, розыгрыши. Можно посмотреть видео розыгрыша, ну и посмеяться от души, конечно. Все эти сейчас устраивают настоящие битвы. Кто смешнее всего пошутит над приятелем или незнакомым человеком? Дед, но Почему? замечательно сработает вот этот. Саймон, я беременна. И мама разозлилась. Чё? Паш, мне не прошло. Что не прошло? Паш, я беременна. От кого? В смысле? Смешно ему, наверное, а представляете, если то же самое вам скажет парень. Милый, прости, что я тебе не поверила, но кто же мог подумать, что ты действительно забеременела? Ну ладно, хоть не зашквар сильный. Ну да. Ну какой-то момент, Оксана, непонятный стояли, как-то странный. Там было намного прикольнее, где ты меня обнимаешь и ехидно улыбаешься. Да? Ну а чё, уровень, да? Всем привет! Сегодня у нас особенное видео. Сегодня у нас Настя весь день работала, поэтому мы немножко прогулялись, немножко покушали, вместе сходили, может быть, это вставим. Вот. А то, что мы хотели изначально, это сделать ответы на вопросы. Что такое для вас любовь и ревность? Любовь — это когда вы любите друга, а ревность — это когда вы ревнуете. Я не знаю, что такое любовь. Вот откуда мы можем знать, что такое любовь? Мы кто? Кто мы с Мы тобой же чем такие? вообще любишь друг друга? Да при чем здесь это, любим друг друга или не любим? Ты не знаешь, любишь ты меня или нет, нас Ну по-настоящему. если до, вообще Вот прям вдаваться если вообще в глубину вдаваться в этого глубину вообще. этого смысла, то что такое любовь и что такое любовь непонятно, а что такое ревность, это дебилизм в основе своей и эмоции. Вот, идем дальше. Какую жизнь вы видите себе через 3 года? Я через 3 года вижу, что у нас уже будет ребенок, что у нас должна быть какая-никакая, но стабильность. Да, я думаю, что мы где-то уже, скорее всего, обоснуемся. Сейчас мы что-то за эти 3 года еще попробуем, протестируем. И 100% у нас должен быть уже ребенок, потому что возраст будет уже нормальный. Поэтому мы ждем вместе с вами, друзья, в течение 3 лет стопудово где-то он у нас выглупится. Как вы пришли к тому, чтобы начать жить вместе? И вообще, сколько вы уже живете вдвоем? Наташа Алешина спрашивает. Очень трудно пришли к тому, чтобы жить вместе, ну, потому что мы были маленькие сначала, когда мы начали встречаться, и потому что я училась, я была маленькая, как бы меня родители не отпускали жить вместе, это понятно. Паша жил с мамой. Потом, когда нам уже исполнилось 18 лет, мы не могли жить вместе, потому что мы хотели жить только вдвоем, а не с родителями. И потом, когда мне исполнилось 19, вроде, да? Да, 19 лет, когда мне исполнилось, мы стали жить вместе, потому что Паша мама купила себе квартиру и сказала, вот живите в этой квартире, и все. И мы стали жить вместе. Степан Ворошнин или Ворошнин спрашивает: Паша и Настя, я помню, вы хотели переезжать в другой город. Я так понимаю, что вы решили отказаться от этой идеи. О, это вообще сложная эпопея. Мы на самом деле очень хотим переехать, и до сих пор мы думаем об этом, до сих пор мы решаем, куда Куда? мы ходим. На самом деле все очень сложно, в плане того, что мы съездили, путешествовали, насколько вы знаете, и съездили до Краснодара, и проехали через многие города. И, в общем, у нас появилась одна идея сразу же по приезду, то что нигде ничего хорошего в России нет, везде все одинаково. И сейчас мы только уже знаем, ради чего мы хотим переехать, и это только лишь горы и сноубординг. Во всем остальном
даже смысла особо нет никуда переезжать на самом-то деле. Вот единственное, что может быть в Москву, но мы что-то как-то не умеем особо деньги зарабатывать и не стремимся к тому, чтобы именно работать. Маркетинг, бабки и так далее. Мы бы хотели, если сейчас жить, то это горы. Что-то такое. Поехали. Пашка Таусчи. Таусчи спрашивает. Пашка, ты в армии служил? Если да, то где? Я в армии не служил, мне не дали А-категорию, я откосил от армии, потому что я не хотел идти во всякого рода войска, которые не совсем крутые. Откосил я по расстройству личности и сделал это бесплатно за счет татуировки. Потом просто договорился. Какой фильм вас больше всего зацепил в этом году? Почему? Опять же, Наташа Алешина спрашивает. Какой тебя больше всего? Меня больше всего в этом году, из которых я стоял, зацепил Гранд Арена, потому что он реально зацепил, потому что это было в этом году. Джунгли, наверное, такой. Понравилось? Ну, мне понравилось. Да. Просто я то, что запомнила, что-то в районе мало. То, что зацепило. На самом деле, вот даже лекаря мы вспомнили вообще случайно. А он нам очень нравился. Но он был нереально крутой. Это был один из лучших фильмов, реально, которые мы смотрели, но мы просто забыли немножко о нем. Летом куда не поедете, на море и так далее, спрашивает Борода. Мы планируем поехать. И я надеюсь, что эти планы сбудутся, ничего не хочу сейчас говорить, то, что мы точно поедем и тому подобное, но... Короче, мы точно просто... поедем, если крипта вырастет, вот, это точно. Следите за криптовалютами, если они пойдут вверх, значит, мы точно поедем. А во всех остальных случаях мы не будем загадывать, но мы очень хотим, и мы к этому будем стремиться. Чем бы вы хотели заниматься в течение жизни, если бы не было потребности в зарабатывании денег, Полина Соколова спрашивает. Идеальный вопрос. Да, идеальный вопрос, прям сидеть и так рассуждать. Mm-hmm. Короче, мы бы хотели отдыхать, жить где хотим, жить как хотим. То есть, дружно, весело, горы, сноубординг, пляжи, Активный, в общем, образ жизни. Активный, да, активный, позитивный. Вы будете покупать собаку? Я думаю, что мы будем покупать собаку тогда, когда у нас будет ребенок. И маленький. Тогда, когда мы поймем, где мы живем. Да, и тогда, когда мы поймем, где мы живем. Прямо сейчас, если мы ее купим, у нас будет сложность с переездами, в общем, совсем появится. С кем ее оставить и тому подобное. Но у нас точно будет собака, просто это произойдет тогда, когда мы будем готовы. То есть просто обоснуемся где-то полноценно. Максим Абатуров, такой вопрос. Я подписался на вас недавно и не знаю, работаете ли вы где-то помимо YouTube, и квартира на ваша, или снимаете, а также кто вы по образованию. Очень много вопросов, я быстро отвечу. Квартира наша, образование, я инженер, Настя маркетолог. Пиар. Пиар-маркетинг. Так, и работаете ли вы еще где-то, помимо YouTube? Мы полноценно нигде не работаем. То есть, официально. Официально никаких нету работ, нету заводов, есть только ногти, есть только YouTube. И все на данный момент. Сколько вам лет? Мне 23, мне 24. Я не помню. Мне 23. Мне, значит, 25. Вы ходите в зал или занимаетесь только дома? Сейчас только дома занимаемся, но я думаю, что в скором времени мы будем ходить в зал. Яна Коновалова, какая у вас цель? Очень интересный вопрос. Скажу, наверное, ближайшую цель, которую мы с Пашей загадали себе. Это на зиму уехать в Сочи и кататься там. И вообще посмотреть, как там нам понравится жить зимой или нет. Да, и вообще попробовать пожить не здесь, хотя бы сезон катания, то есть порядка 3-4 месяцев, посмотреть, что из этого выйдет и как дальше наши мысли, куда нас поведут. Можно узнать, где вы купили 6S на 64 гигабайта, еще и за 25 тысяч. Марина Шепелева спрашивает, или Шепелева. Мариночка, мы купили этот iPhone в МТСе, и он восстановленный официально от Apple. Светлана Шумская. Настя, ты когда-нибудь что-нибудь себе наращивала? Ресницы, ногти, все. Полина Александровна, почему Даша, а не Вика? Вопрос для видео. На самом деле Даша не нравится, и Вика не нравится. Просто я из двух зол как бы выбираю меньше. Она, Даша действует как-то, но Вика. Сергей Камкин. Ребята, вы еще поедете за границу? Конечно, поедем, куда вы едете? Стопудово. Илья Пранкс, когда выйдет видео на втором канале? На втором канале видео выйдет тогда, когда мы с вами определимся, что там будет. Вот. Напишите прямо сейчас, что вы хотите видеть на втором канале, на основном, точнее, канале Паша Настя. И мы вообще там видим что-то очень большое, великое,
и к чему-то мы... И то, что мы будем укладывать редко, но прямо метко. Да, там не будет вау, трэша, какого-то сумасшествия, там будет что-то качественное, что-то взрослое. Вот мы видим так на данный момент, пока не знаем, что именно, предлагайте свои варианты. А, Виктория Москаева, когда пупсика родите? Как только, так сразу. Да, мы... Ну, я не думаю, что мы затянем дольше, чем на 2 года, короче, примерно так. Лера, Стас, пошли, Настя, вопрос к Паше. Паша, вот Настя занимается спортом, ты почему не занимаешься? Почему не занимаешься? Потому что я не снимаю, потому что я выгляжу несуразно, и плюс у нас, на мой взгляд, аудитория более женская сейчас, я не думаю, что вам будет особо интересно, как я там бицуху якобы качаю. Палач ДБ. Паша, такой у тебя объем бицепсов. Ох, сразу же, сходу. Давайте просто сравним, напишите, пацаны, у кого какие объемы получится из вас. Вот, а я еще похудел. Тридцать четыре сантиметра объем моего супер-мега-бицепса. Мерите свой, поржем, у кого меньше, больше, пишите в комментарии. В общем-то, вот и все ваши вопросы, которые вы задали, кто успел. Когда в следующий раз будут ответы на вопросы, я вам сообщу, и вы точно так же в каком-то из видео. Просто нужно вам успеть в самом начале задать свой вопрос. То есть просто приходите, как только видео вышло, посмотрите, если мы снова... Просим вас задать вопросы, значит, мы снова будем на них отвечать в следующем видео. Вот. И как всегда, фильм. Сегодня мы вам советуем, друзья, фильм серьезный, фильм интересный довольно-таки. Взрослый – это «Шпионский мост». Есть несколько способов попасть в Восточный Берлин. Нормы права там не всегда соблюдаются. Старайтесь не общаться с людьми. Вы там чужак. Это должен быть именно обмен. Нет! Друзья, сегодня было хорошо? Да, весь день работала. Очень хорошо у тебя все было, я смотрю. У меня все хорошо было. А завтра будет все еще лучше. Лучше. Погнали.